Привет всем, это Слава из города Нейплс, штат Флорида. Вы знаете, в кои-то веки, за долгие месяцы, пошел гулять утром. Вообще, на самом деле, тут есть своя специфика гуляния с утра. Дело в том, что кажется, что вода будет холодная после ночи. Наоборот, она такая теплая, что дальше некуда. Я сегодня думал, что будет солнечно, но оказался в тумане. Поэтому и видео, естественно, будут называться «Славик в тумане», да? Тут наглые чайки везде бегают. Но тут туман, уже сейчас около 8 утра, он до сих пор еще держится. На самом деле, это погода где-то месяца января. И поэтому то, что сейчас в России там творится, в Беларуси, заморозки там и так далее по апрель, вот у нас выражается вот таким вот образом. Туманы. Но народ все равно вон бегает, занимается. Там дальше чуть чувачок ходит с металлоискателем в попытках найти золото Маккены. Вот, вы знаете, мне не удавалось этого сделать на пляже. Но однажды шел в парк Шо. Так аккуратненько, самую сверху никаких металлоискателей не надо, лежит сотка. Вот у меня всегда такое видение. Нахожу деньги, но, естественно, мешок не найдешь. Тут мало кто теряет, когда... Вот, но что-то такое бывает. И при том часто. Мой рекорд личный — это $500 в Circuit City. Когда-то давно, уже, наверное, лет 8 тому назад. Так еще, знаете, что с другом шел рядом, поделился этими $500. Вот. Короче, начало апреля в городе Нейплс. Это у нас зима такая должна быть тоже. Такие дела. Ну ладно. Я чисто так объявился, потому что давно очень не снимал видео. Вот. Последний раз про карпа. И поэтому сегодня, о, кажется, Нейплс Waterfront, такие хорошие дома здесь, а ни черта не видно. Ну, добре, все. Всем пока.